Добро пожаловать на Стена Лайн Хоек Ван Холланд. Сегодня мы отправляемся из порта Хоек в Голландии в Великобританию. Порт Холландия. Харвич. Мы прибудем в порт Харвич Великобритании завтра утром. Заезжаем на корабль Стена Лайн Голландика. Поездка будет всю ночь. Так, новый корабль. Еще одно путешествие на ферри. Этот корабль мне еще больше напоминает поездку на поезде. Хороший санузел. Так, и у нас здесь много кроватей. Такой хороший выбор. Здесь и здесь. И даже есть огромное окно. Я этого не ожидала, честно говоря. Классно. Эта комната более просторная, еще с таким большим окном. Может, даже более уютно тут находиться будет. И ванная комната тоже побольше. Эта комната выглядит намного более просторной, уютной. Вот это окно вообще здорово. Я хочу на море посмотреть. Так приятно плыть и наблюдать за волнами. Здесь зеркало большое. Да, комната намного больше. И санузел тоже очень удачный, комфортный. Это окно. Я так смеюсь, говорю, как в французском стиле, от пола до потолка. Я вообще ожидала, что на кораблях окна будут маленькие и круглые, вот по типу, как уютно расположились. Тут еще такие ночники, ночной свет с обеих сторон. И окошко закрывается шторой. Пока не будем закрывать, я хочу на море посмотреть. Здесь также большое количество полочек со всех сторон. Ванная тоже, что очень удобно. Устали сегодня. Я все же решила удовлетворить любопытство, пройтись посмотреть, что здесь находится. Тоже. Ага, fish and chips. Для обеда уже очень-очень поздно. Это 9 часов вечера. Йогурты, фрукты. Мы заранее не знали, что-то тут будет или не будет. Так, круассаны. И пирожные. Все. Выбор небольшой, но ничего страшного. Нам все равно не нужно. Здесь увидела маки Маримека. Вот такую картинку я себе домой хочу. Очень приятно прогуляться. Отплываем в 10 вечера, и еще нужно ждать. Решила больше показать, как выглядит санузел. Вот столько полочек, вернее, вешалок. И вот еще здесь полочки, тоже так удобно. Вот этот свет тоже мне нравится. Ты сама душевая. Все очень чисто, аккуратно. Здесь также филиппинцы работают. Здорово. Настолько просторная комната, вернее, кабина. Нам надо очень хорошо выспаться.
Мы уже плывем, ночное море. Доброе утро. Мы уже прибыли в Порт Гарридж, Великобританию. Отсюда около 3 часов на машине до дома. Когда мы путешествуем, мы предпочитаем останавливаться в Макдональдсе на перекус. Завтрак с яйцом. Уже дома. Вот, пожалуйста, это Англия, Великобритания. То есть здесь все заливается солнцем. Хотя и дождь сегодня был, ну, такой кратковременный. То есть вот это вот Великобритания. В Голландии, конечно, промокли сильно. Купила вот такой букет тюльпанов. Он сделан из дерева. То есть это даже не пластик. Это мне понравилось. Я обычно сувениры не сильно покупаю, но это хороший сувенир. Вот, и вот такие вот сыры. Бри, потом кокосовый, органический трюфель, я 2 взяла, таких вот, чесночный и гауда. Все вкусные, все пробовала, и селедочки взяла, вот такую баночку. Да, очень понравилась Голландия, шопинг классный. И насчет одежды я хочу обязательно тоже туда еще съездить, и именно хорошего качества одежду купить тоже.